Давай. Ух ты. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Можно? Давай за красавицу. Блин, я забыл маску с ней одеть. Да, давай за красавицу выпьем, потом. Ой, какая у нее, смотри, как классная висюлька у нее в носу. А как вас зовут, красавица? Как? Даша. Меня Амгалан, приветствую. Я из Бурятии. Изя. Изя. Давай за Дашу. Даша. Даша, ты мне дашь это, ну, с тобой познакомиться? Номер телефона. Не, не дам. Почему? А вот так вот. Как? Это у тебя такие хорошие ногти, у меня спина чешется. Да, вот смотрите. А ты бы хотел мне почесать спинку? Конечно, мечтаю. Я знал. Я тоже мечтаю. А твоя подруга куда делась? Сейчас придет, парни бросают. Пускай бросает его. Да. Бросает, пускай. Пусть расходится, да, правильно сделала. Она сейчас пошла расходиться с парнем, для того, потому что она увидела нас. Как подругу зовут? Подругу как зовут? Настя. Настя, ты бросила уже парня, да? Конечно. Умничка, я так и знал. Хочешь? Ради Ангалана ты бросила парня. Молодцом. Спасибо, спасибо. Спасибо вам, родные мои. Да, родные. Хочешь заработать 10 тысяч долларов? Да, мечтаю. Мечтаешь? Надо всего лишь... Подожди, тоже хочу заработать. Надо родить... Нет, стопы, подожди, малыхи. Мы вместе. Я тоже хочу заработать. Надо родить одного ребенка, хотите? От нас. Нет, если от Ангалана, то 20 тысяч долларов. Ну да, от меня 20. А от дяди Изи это 10. Ну, не получится. Почему? Ну, вот так вот. Ну, как вот? Блин, ну она красивая. Вот, вот а они обе красивые. Они смотрят. Обе красивые, да. Да, да, да. Не, ну это то, что в носу у нее, это самое, вот, да, чуть не красит. Да мы снимем, это вот, нормально. Ну, вот это, прям милашка. Подожди, стой, секунду. А соски проколоты? Нет. Ну, нормально. Нахуй ты меня возбуждаешь? Так они все, смотри. Ну, Сережку мы из носа вытащим. Зачем? Детей заделаем. И по двадцатке зелень. Парня уже бросили, я как понимаю, да? Ну все, а в чем проблема-то? Дядя Изя из Одессы, если что. Да. Либо с евреем, либо с бурятом. От кого вы хотите больше детей? От украинца. Вот, дядя Изя из Одессы, я почти украинец. Так а что ты на Россию стоишь? Так дядя Изя, как Моисей 40 дней, Моисей 40 лет, а я 40 дней. Вот, шел до России. Смотри, у тебя сейчас на Украине полная разруха, демография страдает. Ой, еще. Нахуй ты ей втираешь эту подожди, и демография вообще никакая. А у нас все хорошо, мы сейчас там детишек забахаем. Бля, у нас тоже есть Кока-Кола. Бабки сделаем, короче, и все будет, смотри. Есть. Где ты хочешь, чтобы твои дети сидели где-нибудь в подвале, или же они, чтобы учились в хорошей школе? Чё? Чё? Не слышу. Ну вот смотри, ты в Польше сейчас находишься, не на Украине, правильно? Не на Украине. На Украине сейчас война, разруха. Мужчины сейчас хотят быть европейцами. Ну, то есть в дупу, короче. А мы вот наоборот. Да, мы не европейцы. Мы не европейцы. Мы хотим... Не, в дупу можем тебя. Вот. Но мы не европейцы. Ну, только тебя, а не вот этих мужчин других. Женщин. Только женщин. Настя, ну ты хоть... А что там парень уже засмотрелся, да? Хочет тоже, да, в дупу, наверное? Скажи, парню нет. Парню нет. Only girl. А, girl. За деньги, да. Only girl. Только girl, короче. Girl. Дядя Изя готов на герл. Настюш, ну ты хоть, ну, взрослая, нормальная женщина. Ну вот, скажи мне. Ты кого женщиной назвал? Подожди. Девушка красивая, прекрасная,
солнечная. Смотри, если родишь мне 5, 30 лямов рублей. Квартира, дотации и все-все-все у тебя будет. Я тебе 6 рожу. Ну, ну вот смотри. О, видишь, мать заманчивая, да? В Великой России живешь, пятикомнатная юрта у нас в Бурятии и 30 лямов сверху. Подожди, ты ее хочешь заинтересовать или меня? Да ты-то нахер мне, я только с девушками, ты чё? Настюш. Я тоже хочу пятикомнатную юрту. Ну смотри, Настя. Если ты вторую закадришь, то у вас будет все. Подожди, вторую как зовут? Неважно, главное, чтобы красавица. Она любила. Подожди, одна Настя, а вторая? Даша. Даша. Даша, солнце мое, золото мое, прелесть моя. Лучик солнца моего. Ты самое лучшее, что топтала этими пяточками эту бренную землю. Владелица золотого кольца в носу. Блин, да, 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 это ты. Да, малыха. Я буду кормить тебя чипсами с утра до вечера. Я тебя не только чипсами. Я буду кусать твою левую булочку прям по утрам и по вечерам. А я правую. А, подожди, мы у одной и той же будем кусать. Нет, я у Насти тогда. Настя, ты меня хочешь? А я у Даши буду кусать. Короче, девчульки, вы кого хотите? Точно не вас. Да ладно, ты же хочешь меня. Ты хочешь 30 миллионов рублей заработать? В смысле не нас? Не хочешь? Если таким образом, то нет. Почему? Подожди, не нас. В смысле? Это же продолжение рода человеческого. Украинского. Вот смотри, либо у тебя будет от украинца, и ты не получишь ни хрена. В смысле? Либо, а я почти подожди, украинец. Подожди, либо от бурята, и ты получишь 30 миллионов рублей. А я с Украины, я хлопчик с Украины, с ненечки. Ну, выбирай. Это она тебе сказала.